Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня мы уже второй раз встречаемся на церковной площади в день семьи, любви и верности. 8 июля по церковному календарю – это память святых Петра и Февронии, князей Муромских. Известна романтичная история их жития. И сейчас, чем дальше, тем более грандиозно празднуется этот праздник и в России, и в Украине. Мы решили отметить его в этом году фестивалем инструментальной музыки. Всем участникам, исполнителям сегодняшнего фестиваля инструментальной музыки «День семьи» будут вручены почетные дипломы, приглашение в Севастопольский дельфинарий каждому на двоих человек. Дельфинарий к нам благосклонно относится и поддерживает наше мероприятие. Ну и памятный ручник. Все наши исполнители, их видео с их выступлением идут на сайт Объединения православной молодежи Ника. Поэтому прошу всех исполнителей играть вдохновенно и без ошибок. Thank you.
Под таврическим солнцем расплавлюсь, после хвойного русского леса, как платан от бесстыдства избавлюсь. Разомлею под звуки прибоя, колыбельные шепчет мне море, и приснится российское поле в одуванчиках желтых весною. Пробуждаюсь под крики торговки татарки, что торгует меж нас похвалою медовой. А мне бы русских блинов из рабочей столовой до дремучих лесов по-российски еловых. У нас березки не такие, родные русские кривые. У нас и грязь из чернозема, что не проехать, не пройти. И в каждой речке темный омут, и соль народа мужики. Россия моя, березовая, стихами воспета и прозою. Россия моя, бревенчатая, то грубая ты, то застенчивая. Россия моя неумытая, с душой нараспашку открытою. По-русски все на блюдечке, да с голубой каемочкой. И каравай с солоночкой, и пограненым водочка. По-русски разухависта, бурьян стоит некошенный. Детей приносят аисты, и жаль, исчезли лошади. У нас заборы не такие, а с куполами золотыми, и за бородой отцы святые, и раскоренья, и посты, и колоколен перезвоны, и православные кресты. По-русски все нечаянно, да с Божьим провидением. И верим от отчаяния в любые совпадения. По-русски разухабисто, бурьян цветет проселками. Детей приносят аисты, и что там за потемками? Thank you.
опять и снова, словно вены на руке. Два заветных этих слова рядом в русском языке. Пусть сияют, завлекая чужедальние края. Там, где мать твоя родная, там и родина твоя. Thank you.